Супруг Галины Шашковой ушел добровольцем в зону СВО еще в августе прошлого года. Потом продлил контракт. В одном из разговоров с супругой поделился, что не хватает рабочих инструментов. Вот как-то при очередной связи поделился своими проблемами небольшими, что не хватает как бы для того, чтобы эффективнее там им как бы служить, исполнять свой долг, не хватает необходимых вот таких вот как бы инструментов, генератора. Для семьи военнослужащего купить такое не под силу. Галина обратилась в администрацию с просьбой о помощи. Как только подошел срок рассмотрения, все очень как бы оперативно было сделано. Закупили необходимые инструменты, которые я просила, генератор. И вот прям буквально сразу в течение 2 дней это все доставили сюда, в волонтерский центр. И отсюда уже ребята отправят туда на передовую как бы мужу. Ответили оперативно и уже в течение 2 дней доставили инструменты в волонтерский центр. Глава округа Андрей Иванов передал их лично. Все, что необходимо было, приобрели. И дизельный генератор, и шуруповерт, и сварочный аппарат с электродами. Так что, надеюсь, там ребятам будет попроще обустраиваться. Да, вот. Ну, а вам спасибо за такое неравнодушное отношение, за связь с нашими волонтерами. В ближайшие дни поселку отправят из волонтерского центра вместе с другой гуманитарной помощью на передовую. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».